представляешь, в Каннах везде стоят душики. Можно помыть или просто ноги, или помыться полностью. Ну, понятно, что типа не с шампунем, не с мылом, но смыть в себя соленую воду. Я даже боюсь себе представить, насколько вот это вот дорого стоит. Что первая, что вторая яхта, что все следующие, которые стоят за ними. Как бы есть яхты, аренда которых в неделю стоит 1 000 000 евро. Ну, просто нет слов. Ну вот правда. То есть, если аренда стоит 1 000 000 евро, я даже боюсь представить, сколько стоит вообще она целиком купить ее. Сколько стоит ее содержать. С дайверами вот так это стоит, в принципе. Ну, наверное, имеет место быть. Банджо. Продается. Очень много народу, которые снимают инстаграмщики, тиктоки, всю вот эту вот фигню. Огроменная очередя за билетами, наверное, на показы или не знаю, но видно, что люди в очереди сидят часами. Вот тут красная дорожка. Закрыто все. Вся территория перекрыта. Тут чуть ли не 2 кварталами обходить сейчас придется. Пляж с той стороны тоже закрыт. Там вертолеты летают, регулярно улетают, прилетают. Фиг знает, кого-то привозят, увозят. Везде дядечки с автоматами. Народу немерено. Ну, везде какие-то неизвестные личности, уже далеко не первые люди, которые у кого-то берут интервью, или правильнее сказать, кто-то дает интервью, не знаю. Ну, собственно, ради вот этого вот всего здесь 100 500 народу, охраны, все в смокингах с бабочками.
Мы не прошли, где мы. Не знаю. Все как я не люблю. Миллион народу. Все гламурные, пафосные. Тут все дорого. Вертолеты, яхты, лайнеры круизные. Дорогие машины. VIP-персоны, охрана. А буквально за углом аллея магазина, все по 3 евро. Самой ширпотребной продукции, типа как в Очакове в каком-нибудь. Бомжи, которые понаехали сюда на Каннский фестиваль. Очень много русских, которых слышно по языку и говору. Очень легко отличить по разговору украинца от русского. Прям очень легко. Даже несмотря на то, что все говорят на русском. Ну, не знаю. На пляж мы сюда, наверное, приедем. Пляжи тут хорошие. А все остальное... А все остальное нет.